Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Фабрика подарков» и я, Рашида Буранбаева. Хаумагыл, хурматлы тамашачылар, эфирда бүләктәр фабрика тапшыруы. Студияла Рашида Буранбаева. Кадерле достар, якындарыгызды, достарыгызды, хезмәттәштәрегезне ҡыуандырырға теләйһегеҙ икән, бүләктәр фабрикаһы тапшырыуына ашығығыҙ. Беҙ һеҙҙе Ҡара диңгеҙ 10 адресы буйынса көтәбеҙ. Телефоныбыҙ 22 58 67. К нам обратилась семья Утякаевых. На днях наша любимая, дорогая мамочка, бабушка и прабабушка Галима Бахтиганиевна Утякаева отметила свой 80-летний юбилей. Пишут нам дети, снохи, зять, внуки и правнуки. Она родилась 15 августа 1936 года в деревне Латана Стерлитамакского района. Самая прекрасная пора детства пришлось на военное время. Как и все остальные, она пережила и голод, и холод. Своими маленькими ручками помогала тем, чем могла. В 1955 году вышла замуж за Утякаева Халимулу Калимуловича. Молодая семья стала жить в деревне Алатана. Родилось 6 детей. Они всю любовь и нежность души отдали детям. Дали воспитание, достойное образование. Сейчас радуются успехам детей – 13 внуков и 12 правнуков. Галима Бахтиганиевна всю свою трудовую жизнь посвятила родному колхозу. Работала телятницей. За годы работы показала себя трудолюбивым, отзывчивым, ответственным человеком. Коллеги уважали и ценили ее. Галима Бахтиганиевна удостоена почетного звания «Ветеран труда». Самый вкусный хлеб деревни у Галимы Бахтиганиевны. Об этом знают и за пределами деревни. Когда из района в колхоз приезжали гости, ее всегда просили испечь хлеб. Дети говорят о своей мамочке, что она энергичная и веселая, очень любит гостей, никогда не унывает. Несмотря на возраст, по дому все делает сама и всегда встречает свежеиспеченным хлебом и пирогами детей и внуков. Среди односельчан Галима Бахтиганиевна и Халимулла Калимулович очень уважаемые люди. У них большое хозяйство, сад, огород. И дом у них считается одним из красивых и благоустроенных в деревне. Везде чистота и порядок. Мы, дети, очень любим приезжать в родной отцовский дом, потому что знаем, что нас ждут там наши дорогие родители. Милая наша мамочка, бабушка, прабабушка Галима Бахтиганиевна, от всей души поздравляем тебя с прекрасным 80-летним юбилеем. Пусть каждый твой день будет согрет теплыми словами и наполнен любовью и заботой. Ты очень нужна нам, и мы всегда чувствуем твое присутствие в любых жизненных обстоятельствах, и это дорогого стоит. Мы хотим, чтобы ты всегда была здорова, весела и жизнерадостна. Здоровья, радости желаем, душевной силы про запас. Благодарим тебя, родная, за все, что сделала для нас, за неустанные заботы, за мир семейного тепла. Дай Бог, чтобы во всем ты и впредь такой уже была. Часто снится босоногая, руки мамы и глаза родные, и улыбка та, что сердце трогало, и заботы детские смешные. Снится дворик наш, увитый гнездами, под гармошку старенькие песни, а над нами небо светит звездами, и как будто снова, и как будто снова, и как будто снова все мы вместе. Мама, мой ангел-хранитель, руки — это крылья твои. В океане
житейских событий мы навеки все связаны нитью маминой светлой любви. Трудная судьба и время сложное, ссылка, бедность, да еще война. Мама победила невозможное. На земле такая ты одна. Помню я советы твои умные, помню сказки о добре, о вечном, и обеды вкусные и шумные. Как же все непросто, как же все непросто, как же все непросто, быстротечно. Мама, мой ангел-хранитель, руки — это крылья твои. В океане житейских событий мы навеки все связаны нитью маминой светлой. Мы навеки все связаны нитью маминой светлой любви, маминой светлой любви. Дорогие телезрители, на этом наша передача подошла к концу. Хурматлы тамашасылар, ұшының мұнан тапшырауызды еңбақларға вақытта етті. Құтлаудар бойынсы ғарадарығыз болға, біздің редакцияға 22-58-67 телефоны бойынса шылтыратығыз. Хыздың мұнан Рашиды Буранбайба болды. Зырышқанға теклім. Прическа и макияж ведущий от салона красоты «Ювента».